Ребят, всем привет! Я бы вас хотела пригласить на марафон по депривации сна. Что это за марафон? Там мы будем не только практиковать определенные вещи, но я буду рассказывать, что такое депривация сна, нужно ли нам депривировать, как ведет наше тело себя на депривации. Ну и, конечно же, самое главное, что происходит с миром, когда я перестаю спать. Как мир реагирует на те состояния, которые есть у меня. Как я реагирую на те состояния, которые происходят в мире. Это, наверное, волшебные состояния, которые... Я вам четко расскажу, что происходит. Дам инструкции. Мы с вами научимся не только пользоваться во благо своим белковым телом, но мы научимся жить в этой вселенной, когда мы живем, и вся вселенная только для нас. И это действительно волшебное состояние. Хочешь это прочувствовать, хочешь понять, как все сбывается, как все происходит, пиши.